По республике за сутки зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе. Из них в Бишкеке 47, в Оше 3, в Чуйской области 22, в Ошской области 2, в Талаской области 2, в Нарынской области 3 человека, в Иссык-Кульской области 11, в Джалалабадской 3, в Баткенской области 4. Всего за весь период зарегистрировано 176 779 случаев. За сутки от коронавируса выздоровели 166 пациентов, скончались четверо. На стационарном лечении находится 721 пациент, на амбулаторном – 1134 пациента.